Дорогі друзі, ну що ж, продовжуємо прямий ефір, і я зараз готовий вам запропонувати приглянути сюжет «Історія фотографії». Неспроста, оскільки до нас до студії уже поспішає наша гостя-фотограф. Дивимося. Задовго до айфонів та інстаграм люди вже робили селфі і знімки з космосу. Як це виглядало, дивимося в підбірці перших знімків у різних категоріях. Перша у світі фотографія була зроблена у 1826 році Жозефом Ньєпсом. Кадр зроблений з вікна верхнього поверху в маєтку фотографа у Франції в процесі геліографії. Перша кольорова фотографія. Автор знімка – британський фізик і математик Джеймс Клерк Максвелл. Вперше він продемонстрував фото на лекції у 1861 році. Це триколірний бант. Перше цифрове фото. Фотографія зроблена у 1957 році, за 20 років до того, як в Кодак винайшли першу цифрову камеру. Це цифровий скан кадру з фільму. На ньому син американського інженера Рассела Кірша. Перша фотографія людини. Автор – французький винахідник Луї Дагер. Зйомка проходила протягом 7 хвилин на бульварі Дютамель в Парижі. За цей час в кадрі пройшло багато людей, але через їх рух у фокус вони так і не потрапили. На перший погляд видно лише одну людину в лівому нижньому кутку кадра. Він зупинився почистити черевики. Ось перше селфі. Фото зроблено за багато років до того, як селфі стали популярними. У Роберта Корнеліуса у 1839 році зйомка зайняла близько хвилини. Перша фотографія сонця. Кадр зроблений французькими фізиками Луї Фізо і Леоном Фуко у квітні 1845 року. Якщо придивитися, можна побачити кілька плям на сонці. Перша фотографія для новин. Ім'я фотожурналіста історія не запам'ятала, але кадр з 1847 року залишився до сьогодні. На ньому арешт чоловіка у Франції. Це перша фотографія блискавки. Вільяму Дженнінгсу вдалося сфотографувати це природне явище у 1882 році. Перша фотографія місяця. Автор Джон Дрейпер зробив фото 26 березня 1840 року в своїй обсерваторії в Нью-Йорку. З тих часів фото отримало кілька серйозних фізичних ушкоджень. А ми уже сьогодні зранку, точніше сьогоднішній ранок, зустрічаємо з Катериною Галенко, фотографом. Вона вже в студії, примчала до нас, ми її чекали. Сьогодні будемо говорити на тему «7 кроків до успішної фотосесії», або ж взагалі, як підготуватися до фотосесії перед тим, як прийти до фотографа і сказати «зробіть класні знімки». Отож, вітаю тебе, Катерино. Добре утро. Дякую за те, що завітала сьогодні до нас зранку. Отож, 7 кроків до фотосесії. Перед тим, як прийти до цього інформаційного напрямку, від тебе. Я хотів би запитати, взагалі фотосесії у Миколаєві, наскільки вони популярні і взагалі коли з'явилася ця мода на фотосесії? Я этот вопрос изучала, когда появилась такая популярность фотосессий, профессиональных снимков, не с телефона. Это все с развитием социальных сетей появилось. Угу. Вот как только появились социальные сети, появилась острая необходимость новой аватарки. Вот, и люди начали задумываться о том, что не помешало бы хорошие фотки иметь. Вот. Если раньше людей удовлетворяло качество телефона или просто пару фоток с лета и пару фоток с Нового года, то сейчас этого мало. Буквально каждые полгода профессиональная фотосессия, и помимо этого каждый месяц фотографируются, запоминают себя молодой. Для молодих. Але, скажімо так, 100%, що будь-який вік прекрасний. До речі, у тебе який, скажімо так, діапазон за віком людей, які замовляють собі фотосесію? От 16 до 36 років – це самі часті клієнти. Ну, буває, ага, це тобто люди, які, скажімо так, що відчувають себе молодими, хочуть запам'ятати себе, так, молодими? Я согласна з тобою, що любой возраст прекрасен. А були за віком трохи старші, наприклад, якісь подружні, можливо, пари? Там. Були у мене дівчатки для 40. Угу. То очень теж красиві жінки, я попыталась как-то запечатлить їх красоту. Для потомков. Угу. А с кем легче работать, с молодыми или больше уже досвідченими? Ну, мне кажется, я как фотограф 21 года, мне легче работать с девочками 21, вот плюс-минус 3 года. Я как-то знаю, чего они хотят. Угу. Вот все-таки с людьми постарше мне немножко тяжелее, потому что у них все-таки немножко другие стандарты.
Но все равно я пытаюсь их тоже удовлетворить качеством фотографий, стараюсь сделать все, что могу. Но все-таки легче с моего возраста людьми. До речі, хотілося б саме про фотографії для соціальних мереж зазначити ще наступні речі, що ми зараз, якщо порівняно рік тому існувала тенденція до того, що професійні фотографії були на аватарках, то зараз це селфі будь-якої якості, кількості, найголовніше це кількість все ж таки. Повертаємося до того першого джерела, від якого ми починали рух, по суті, так? Я согласна з тобою, що селфі зараз дуже популярний, терминологія з'явилась, різні види селфі, віфі і ще якісь групові селфі. Вот, но это никогда не заменит профессиональное качественное фото. Отож, ми і повернулися до того, що починали це 7 кроків до того, як підготуватися до класної фотосесії, як її організувати. Давай, скажімо так, почергово будемо і говорити на цю тему по крокам. 7 кроків. Первый шаг – это настрой на фотосессию. У тебя должно быть хорошее настроение, ты должна себе нравиться. И тогда на фотографиях это будет передаваться. Если у тебя плохое настроение, ты чувствуешь себя толстой, жирной, прыщавой, то никогда не получится хорошие фотки. Ты должна себе нравиться, вот прежде всего. Второй шаг – это выбор фотографа. Прежде всего, тебе должно все в нем устраивать. Да его портфолио и то, как он общается, вот буквально разговор по телефону тебе уже скажет, твой это человек или нет. Мне многие говорили, что вот я вот сомневалась, выбирала между вами еще кем-то, но как только поговорила с вами по телефону, сразу поняла, вы мой человек, все, я к вам. Вот, но часто я такого встречала. Конечно, бывали люди, которыми я, возможно, не сходилась. Ну, это как бы естественно, по-моему, да? По суті, тоді просто на професіоналізмі виходиш, так, і просто технічно відпрацьовуєш цю роботу. Каждый фотограф, я уже говорила, по суті, это психолог. Если фотограф не психолог, не может как-то разговаривать с моделью так, чтобы ее настроить на фотосессию, то фотографии не будет. Он может прекрасно владеть техническими навыками, фотошопом, всем, но модель будет никакая, она будет скованно себя чувствовать. Надо уметь найти подход к каждому. С каждой моделью по-разному нужно разговаривать. Это нужно понять буквально в первую минуту разговора. Третий крок у нас, так, зараз? Да, третий шаг – это подбор одежды. Я считаю, что очень многие девочки, модели, в нашем городе, по крайней мере, заморачиваются насчет одежды и образов. Насколько я на своей практике видела, люди приходили, бывало, просто в майке белой, каких-то, возможно, колготах, какой-то шарф и все, возможно, кусок ткани, все, шикарная фотка есть. Заморачиваться, мне нечего одеть, ой, то мне не подходит, то не подходит. Бывало, люди ходили в секонд-хенды, брали одежду, которая также им не подходит, но с какого-то ракурса она неплохая, и также получались прекрасные фотосессии, потом просто возвращали эту одежду. То есть одежда в этом смысле, в принципе, не важна. Я помню, фотографировалась в сарафане моей мамы 90-х годов, и получились такие фотки, что, ну... До речі, варто зазначити, мабуть, усім, що взагалі будь-яка тканина в житті виглядає не так, як на фотографії, це варто враховувати, тому що в житті деякі образи виглядають солідно, класно, а на фотографії вони ніякі. Да, так же само і з макіяжем, і з прическою, зі всім вот этим вот. Отож, четвертий крок, на третьому, скажімо так, ми вже заакцентувалися, зробили акценти, четвертий крок, що робити? Четвертий шаг – это макіяж. Нужно подобрать макияж. Если вы думаете, что вы сами способны на это, пожалуйста. Но я бы рекомендовала обратиться к профессионалам, потому что вы красите себя каждый день, если мы про девочек говорим, конечно. То есть, если вы хотите увидеть себя в необычном образе, то вы не увидите себя, потому что это будет обыденный образ. Обратитесь к профессионалу, увидите себя в другом амплуа. Также никогда не бойтесь переборщить с макияжем на фотосессии. Почему? Потому что камера съедает просто все. Если у вас натуральный макияж, на камере вы будете без макияжа. Это половина 100% съедается камерой. И ничего с этим не поделаешь. Тем более, если это студия, тем более съедается. Все фотографии макияжа всегда дофотошопливаются, чтобы получить хоть какую-то яркость. Вот, поэтому это надо учитывать. И если какие скульптурирование лица делать или тени, нанести немножко больше, чем обычно, потому что это фотосессия. Надо это учитывать.
Наступний крок у нас п'ятий, правильно я розумію? І Да. перед тим, як перейдемо до п'ятого кроку, я хотів би тебе запитати, взагалі, ми зараз говоримо, наприклад, про макіяж, про одяг, але все ж таки з акценту на дівчат. Хлопці все ж таки роблять також фотосесії, Да. або ж це для роботи необхідно, або ж навіть і для себе. Як для них, наприклад, теж і макіяж, і одяг, все, скажімо так, як і для дівчат? Нет, не так. Не Що так. відрізняється? Ну, понятно, что макияжа нет. Максимум это какая-то пудра. Максимум прозрачная пудра, транспарантная. И все. Больше макияжа нет. Ну, насчет образов. Если это по работе, как, например, у тебя, Витя, было, то это нужно подобрать все реквизиты, которые олицетворяли работу. Например, если ты ведущий, то это микрофон, это планшет, это какие-то, возможно, смешные аксессуары, там, бабочки твои. Вот, например, на твоем примере можно рассмотреть. А если это просто какая-то творческая личность, то можно взять с собой гитару, барабаны какие-то, если музыкант. Если ты художник, возьми с собой кисточки холст. И вымажься весь в краску. Да, то есть для мальчиков как бы больше такое актуально. Творческие образы, олицетворяющие их индивидуальность. Вот, и, ну, и тогда получается тоже хорошие фотографии. У меня тоже были мальчики на фотосессиях, и ты был. Вот, и это все... Тоже. Але більше все ж таки дівчата, так, да, практикують? Да, більше дівчатки. Дівчатки більш рисковані, їм більше необхідно остро недостатніх нових фотографій. Хлопці задовольняються декількома просто в соціальних мережах і достатньо. Отож, переходимо до п'ятого кроку. Що на п'ятому кроці? П'ятий шаг – це позирування. В першому ефірі ми говорили про те, як потрібно тренуватися позирувати. Но эта техника подходит для каких-то мгновенных снимков, например, каких-то групповых, чтобы хорошо получиться сразу. Например, ты фотографируешься со звездой, ты боишься плохо получиться, а так ты знаешь уже точную позу, когда ты хорошо получишься. Это, в этом, ну, это очень хорошая техника для этого. Но на фотосессии я все-таки рекомендую не использовать статического позирования и использовать... подвижность. То есть должна быть динамика, да? Да, динамика, то есть двигаться, как на видео позировать. Представить, что это видео. Крутиться, бросать летающие ткани какие-то, все что угодно делать, валяться в траве, смеяться, падать, все что угодно делать. А со стороны это будет смотреться как сумасшествие. Ну, возможно, но фотографии будут живыми, потому что если ты хочешь, чтобы фотография запомнилась, ты ее вспоминал потом через года, и все люди вспоминали это, то она должна чем-то запомниться. Возможно, это будет динамика, возможно, это будет твой необычный образ, какой-то, не знаю, черный лебедь. Возможно, это будет какой-то образ фэшн-модели, а ты вообще в жизни скромница, отличница. Разные бывают случаи. Нужно это подобрать и понять, что тебе нравится. Если ты видишь что-то, что тебе нравится, ну, ты примерь этот образ на себя. Скорее всего, он тебе не будет подходить. Вот, и ты должна это понимать, потому что потом тебе просто не понравится фото. У меня бывало такое, вот, Катя, я хочу, вот, очень яркий образ, вот, очень яркий макияж. Я сделала очень яркий макияж, о, я хотела понатуральней. Ну, то есть она представила себе какую-то фрик-девушку полностью в белой краске, а потом себя просто не захотела видеть в этом образе, в этом амплуа. Вот, поэтому я рекомендую сначала примерить этот образ на себя, а потом уже реализовывать. Возможно, сделать какие-то пробные фотосессии с подругами. Это тоже имеет место быть. І ми продовжуємо, зупинилися на четвертому кроці, зараз продовжуємо п'ятий, шостий і сьомий у нас залишився, правильно? Три кроки. Отож, що п'ятий крок? Ні, шостий крок. Шостий Два крок. Шага так. осталось. Шостий крок. Що ми робимо? Це вибір місця. Дуже багато моделей в сучасності дуже хвилюються насчет місця. І не хвилюються насчет себе. Я завжди говорю, хорошу фотографію можна зробити везде. Головне – вибрати правильне час і освітлення. Но нет. Им этого недостаточно. Нужно просто какое-то очень красивое место, и тогда вот фотосессия точно будет красивой. Можно запороть фотосессию и на Ниагарском водопаде, и на яхте можно запороть, везде. И можно сделать классную просто во дворе. Вот. Но все-таки выбор места – это тоже очень важный аспект, но не самый важный. Просто я его поэтому оставила на последние места. Выбор места. Какие могут быть места? Это возле воды, лес или какая-то студия. В студии тоже можно сделать летнюю фотосессию. У меня были такие случаи. Это, возможно, намочить слегка волосы, возможно, это купальник.
и какие-то реквизиты летние, шляпа. Также в помещении можно сделать красивые фотографии с жалюзями, когда ребристые тени ложатся на лицо. Видел такой творческий прием? Кстати, да. Да. Вот в студии на улице можно сделать и там летнюю фотосессию, и она будет именно летней, и запоминаться вот свежестью такой. Выбор места – это не один из главных аспектов, и не нужно так его применять, чтобы он був слишком важен для всіх. До речі, хотів запитати, от якщо вибір місця, ти кажеш, навіть можна в дворі там зробити елементарно. А якщо я найчастіше, коли ось так в місцях, скажімо так, некрасивих, да, візуально, коли роблять фотосесію, то помічав, що роблять або ж замилення якесь, тобто багато ефектів накладають. Це, скажімо так, раціонально, чи все ж таки це просто я так натрапляв на такі фотографії? Ну, це вибір фотографа, що робити. А размытие это делает объектив, скорее всего. Или нет? Ну, не знаю, я думаю, что это все-таки художнє было на фотошопе все-таки опрацьовано, потому что там серия просто, можливо, звичайний фотоаппарат, але просто чи не вимагає ось таке некрасиве місце багато тоді опрацювання цієї фотографії? Я не говорю фотографироваться прямо не в красивых местах. Просто не нужно стремиться к чему-то нереальному. Вот, я же говорю, Ніагарський водопад. Да, можно... Лучше мріяти, це добре. Да. Можно, красивое место может быть и обычным. Вот я недавно фотографировала выпускной, и у девочки было сине-черное платье. И я сфотографировала на стенке школы, и стенка школы тоже была сине-черная. Это было так красиво, лично мне очень понравилось, девочкам тоже. Просто стена кирпичная, сине-черная, и у нее сине-черное платье. Это очень красиво сочеталось. Всех остальных я фотографировала так в цветочках такое, а ее именно на стенке, ее фотография мне больше всех понравилась. Тобто, знову ж таки, навіть іноді не очікуєш. І наступний останній крок у нас залишився – це? Это целостность образа, образ в целом. Должно сочетаться макияж, образ, одежда и место. Должно это все сочетаться и реквизит. Вы должны это все продумать. И понять для себя, чего вы хотите. Вы даже просто хотите пофотографироваться в новой одежде, раз, два, три, четыре, пять. Или вы хотите какой-то образ, который просто взорвет сердца інтернета і ваше. Отож, бачимо, 7 кроків до професійної фотосесії ми проговорили. А я нагадую, що у нас сьогодні в ефірі була Катерина Галенко, фотограф. Це не остання зустріч, не остання розмова в прямому ефірі. Тому слідкуйте за нашими ефірами і дізнайтеся ще більше про світ фотографії.